В центре внимания беседы – успешная реализация указа президента номер 204. Этот майский акт во многом определил пути развития всех регионов России. На сегодня в рамках выполнения наказа Владимира Путина в субъектах уже проделана колоссальная работа, в Мордовии в том числе. Здесь организовано 12 рабочих групп, с федеральными министерствами согласовано порядка 55 национальных проектов. Руководство республики глубоко удовлетворено той работой, которую сделали совместными усилиями на протяжении прошедших, по сути дела, большего полугодового периода работы. И хочу сказать, что республика участвует практически во всех проектах, за исключением тех особенных, которые относятся, скажем, к регионам Байкала, Крайнего Севера. Мы участвуем во всех проектах. Михаил Сезганов отметил, что работа по реализации нацпроектов сегодня является ключевой. Ожидается, что до мая процесс согласования будет завершен. Всего в регионе планируют реализовать 56 проектов. В этом направлении должны работать все без исключения. Мы полноправные участники всех этих важнейших процессов. По каждому направлению нам придется не просто отписываться, а на конкретных цифрах доказывать свое место и свое участие вот в этих проектах, которые касаются, как я уже сказал, всех сторон жизнедеятельности Республики Мордовия. В конце встречи Михаил Сезганов затронул тему предстоящего в Мордовии паводка. Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, в республике половодье обещает пройти спокойно. Тем не менее, главный федеральный инспектор по Мордовии призвал сохранять бдительность и быть готовым к любой ситуации. Юлия Мамаева, Станислав Семин, Народные новости.